Всем привет, с вами DLSN, и сегодня мы начинаем наше видео по Cell to Singularity. Есть симулятор эволюции. Музыку вырубаем. Музыку вырубай. Ну что-то нормально не получится настроить. Ну ладно. Энтропии мы немножко даем. Копили замечательно. Планета Земля. Нажимаем. В общем, это игра кликер у нас. Эволюция кликер. Вот примеры интересных, я думаю, кликеров. Это кликер Hero. Вот это вот реально интересно. А вот это вот мы посмотрим. Техническое дерево, что? Первичный бульон. Все прокачали. Пошла жара. Минус то, что тут нельзя посмотреть как раз уровень громкости. Слишком громко, да? Я могу на другую какую-нибудь планету перетянуть. Вот мне нравится, когда за меня кликают. Можно, кстати, правой кнопкой мыши кликать. О, можно пробелом даже кликать. Можно клавишами кликать. Ого, Q, E, все работает. Вот это плюс, кстати. Можно мышку не убивать. Тут практически все абсолютно клавиши, все работают, вот это круто. Ну, в общем, выбирайте такие клавиши, которые вам не нравятся, например, справа. Справа выбираете какие-нибудь клавиши и все, и сливаете их в ноль. Чё бы нет. Вот это плюс реально. Давай все подряд. 5. Аминокислота. Да я аж понял то, что увеличиваем производство. Давай попробуем тут насобирать. Что доступно? Ускорение. Воу-воу-воу. Это оглушение какое-то. Что мы можем? ДНК. Давай ДНК улучшим. Еще есть ДНК 100%, белок эффективнее, доход на один клик. Ого, лучше на один клик доход возьму, быстрее накопим. Ясно, улучшаем, попрет жара. Ну вообще они хитрые, бустеры всякие дают, чтобы подольше игрок посидел. О, первый признак жизни. Ну давай посмотрим. А вот и клетка появилась первая. Это у нас пошел спор сразу. Достижения получили, денежки пошли. Донат есть в игре, куда без него. Так, тут у нас жизнь, тут исследование. О! Не, ну это реально минус суши. Минус суши. Минус суши просто, это игра. Минус слушай. Минус слушай.
Я думаю, интереснее, конечно. Интереснее, я думаю, все-таки кликать тут. Как он называется? Как этот уровень? Бульон какой-то, в общем. Первоначальный. Может, несколько раз одно и то же улучшать. Я думаю, стоит просто все подряд качать. Почему бы и нет? Я как могу кликаю, а точнее нажимаю по клавишам. Ну что тут можно еще? Озоновый слой. Чего? Да ладно, не могу активировать. Хитры какие, за донат давайте покупайте. Я даже не читаю описание, мне без разницы. Оно все равно прокачает нас полностью. РНК. Но он, я вижу, конечно, 300%. Даже нет смысла реально читать. Оно все пойдет просто в эволюцию. Эх, жалко то, что я не в день выхода поиграл. Я думаю, по-любому кто-то уже заснял видео по ней. Я-то еще знаю игру Куки Кликер. Я думаю, это какая-то классика уже этого жанра. А вот и клетка еще одна. Но они как будто из пластмассы это все сделали. Я вон как могу накликиваю. Ух, как летит прогресс. Ну... Получается, можно через жизнь просто вот так все качать и все. Я просто не понимаю, зачем они это сделали. Зачем мне надо через вот это вот дерево жизни или что это такое? Через эволюцию это все прокачивать, если оно и так прокачается. Что-то качается, а что-то не качается, непонятно. Этих разрабов не поймешь. Главный минус этой игры то, что нельзя громкость нормально, адекватно отрегулировать. Ну, кстати, я только сейчас увидел то, что можно вот это все вертеть. Прикольно. Вот то, что клавишами можно накликивать, это огромный плюс. От этого, кстати, все лагает. Кстати, если справа на клавиатуре нажимать, ничего страшного не будет. Ничего не будет лагать. Если нажимать на циферки слева, то все. До свидания. Тут реально минус уши игра. Просто для этого сделали ее. Пока это ее минус огромный. Можно через микшер, конечно, поменьше сделать громкость. Но я не буду. Я хочу просто посмотреть, что из себя игра представляет. Поэтому терпите, терпите. Но опять же, можно громкость поменьше поставить в видео, а я вот не могу.
Ну-ка, и что там дальше? До мышц скоро дойдем. Я вот думал, то, что мы будем с каменного века начинать. Но тут все намного серьезнее. Может быть, мы дойдем до каменного века. Но, скорее всего, нет. Тут все будет развиваться в клетках. Да ладно, я могу мутацию забрать, что? Чего? Нафиг? Вы что думаете? Я не буду донат использовать, еще как буду. Как это? Один миллион или что-то? Ой, как это громко. Ой, как это громко. За что мне это? Донат надо сразу тратить. Донат, кстати, убивает игры. Но если его реально вот покупать, быстро развиваешься лишь. Так бы я долго качался, получал удовольствие, а тут хоп, сразу практически все получил. Но донат, кстати, хороший вариант, если вы видео записываете. Как вот в нашем случае. Вон, еще плоский червь появился. Замечательно. Позвоночное существо. Рыбу не могу. Эх, жаль. А я рыба, не смеюсь, не плачу. Не получаю прибыль. Тут какая-то системная консоль, что? Таинственный камень, что? Окна различные. Посмотри, таинственный камешек. О, этот камень очень долго кликает. Ой-ой-ой. Как это тупо 200 кликов делать? Мне не нравится вот эта вот тема, то, что надо закликивать камень. Симулятор камня на ваших экранах. О, кстати, динозавры, походу, раскопали. А сколько мы получим за это? Получили мы... Динозавров получим. Hello. Again. I am Semblance, the artificial intelligence running this simulation. You've discovered a strange fossil. Now I need you to simulate a live specimen for study. These creatures were once the dominant form of life on Earth. Perhaps learning about how they met their demise will teach us how humans may meet their end. Are you prepared? Конечно, мы готовы. Excellent. Мезозойская долина, интересно. Реально динозавры у нас попрут. Вот это уже интересно. Архозавр. Первый вообще, кто появился у нас. Это вот интересно. Они вот эти вот всякие клетки. А не вот это вот ваше все. О, как долго это все делать. Подожди, стоп. Мы теперь...
А на другую арену мы уже не вернемся или вернемся? А, мы можем переходить между вот этими всеми развитиями. Да давай в динозавров. Это более интересно, чем в клетках этих сидеть. Сейчас как накликаем. Мутаген. Сейчас как накопим на следующий динозавр. Ля какой. Орнитис и... Вот это круто. Стегозавр будет еще. Вот это нормальный кликер, не то, что там остальные. Это, походу, прорывная какая-то игра. Вот звук, пускай звук сделают. Зачем они переход тут сделали? Ну зачем? В динозавров вернись. Вот зачем они это сделали? Я же кликнуть хочу, реально. Мне просто интересно. Вот тут вот, кстати, вот эта локация классная. Молодцы, ребята. Приближать можно, отдалять. Я думаю, это новый уровень какой-то. По кликерам. Конечно, кому-то не понравится вот эта вот графика. Бюджетненько все, и звуки какие-то такие. Странные, да. Прерываются как будто. Если вот так камеру вертить, или мне кажется. В общем, напортачили со звуком, но ничего страшного. Кликер — это вот такой жанр, чисто так убить время. Время ради времени, игра ради игры. Крутой, конечно, жанр. Я думаю, квест надо выполнить. Я могу сразу 10 купить. А, во. Есть максимум, есть купить умное. Я не знаю, это, наверное, купить по-умному. Умные какие-то покупки сделать. Странно. Все, открыть живот. Неплохо. Квесты надо выполнять. Очень долго это все копится. Надо завершить миссии, чтобы открыть. Но это очень сложно. Вот этот вот этап, он очень сложный. То есть тут надо все самому прокликивать. Даже фотографировать можно. Регулировать. В общем, классно сделали. Режим. Возможностей довольно-таки много тут сделали. Мы, конечно, насобирали динозавров, но они нам доход никакого не делают. Нам доступно и на топливо, еще X2.
все равно по одной штуке мы получаем. В общем, я думаю, можно уже завершать на этом видео. Она быстро что-то надоедает. От нее устаешь немножко. Но вообще, я думаю, стоит попробовать, если нравятся кликеры. Графика вот такая вот простенькая. Молодцы. Есть свои какие-то отличительные особенности. Вот эти вот камеры различные. То, что можно клавиатуры прокликивать. Круто сделали. Молодцы. В остальном, конечно, звук это... Звук это беда этой игры. Звук беда. Может быть, оформление вот этих локаций. Но они простенькие. Для кликера больше-то и не надо, на самом деле. Жаловаться вообще грех. Так что приходите на мои стримы на Твиче. Буду всех ждать. И на проекте Follow Age играйте. На этом все. Вон, даже TikTok есть. С динозаврами. Замечательно.